делаешь? Оттуда? Не, с другой стороны. Я понимаю. Мой любимый ураганы. Как же круто. Это классно. Это такие специальные картоночки для зарисовок? Нет, это от погоды. Корзинки для сумочек, чтобы сумочку на пол не ставить. Как ты подставишь? Ах, какой был мужчина, ах, какой был мужчина, а, ну, настоящий полковник. Yeah.
Японский пирожок с тыквой. Лада, у тебя с чем японский пирожок? Не знаю, с какими-то бобами и сидами. Круто. Он жжетный японский пирожок, ничего себе. Мы дошли наконец. Мы шли, ели пирожки. И дошли. Наконец дошли. Как же классно. Ой, как классно. Пахнет вкусно еда. А мы идем в робот-ресторан. Вот оно. Amen.
Итак, традиционный японский ужин. Играем в игру «Знаю, не знаю». Я не знаю, что это. Это темпура, но не знаю из чего. Это рыбка. Наверное, тофу, но я не знаю. Это крабик. Мяско. Getting on a cruise ship to see, to see. Вулкан плюется. Да, я думаю, он плюется. Смотрите, какой сладкий зарчик. Какие красные. Земля кипит. А мы идем кратеры, кратеры. Идем купаться, идем купаться. Кратеры. Давай. Ты будешь есть черные яйца? Конечно. Вот у них все красиво, понимаете? Ну, все. Смотрите, какая чашечка. Все так красиво, так вкусно. Я не могу. Экономия должна быть экономной. Водичка из раковины стекает сразу в бачок. Но при этом унитаз теплый и подключен к электричеству. В лучших традициях японских унитазов. Я вот подумала, решила, что вот мне такое надо. Дом. Или нет? What a beautiful lady standing in the middle of the park. And someone just lay down, relax, you know. Однажды дегустировала в Польше. И признаюсь, если честно, водка – это не мое. На мой вкус риска немного, как шампанское мое. Что вы, тетя? Нети-ти-ти. Хурма. Вот это мне очень нравится. So, so cool, amazing. So beautiful. Ну что, устал смотреть на арт? Посиди, отдохни, ножки попарь. Водичка горячая, он пар идет. Take magnets art to the next level. Ready? Shrimp tempura magnet. Mm-hmm.
Я даже не знаю, хорошо ли это плохо, что сторис не передают всех ароматов, которые здесь стоят. Потому что это нечто очень-очень специфическое. В общем, это pickled onion, который это большой это печенье с горошком, с бобами, с арахисом, всякие другие вкусности. Sorry that I've been posting food all day long, but this is amazing. Just a market. You sit on a small chair like that. And eating. Ну и напоследок для истинных ценителей Hello Kitty. Все с Hello Kitty. Все с Hello Kitty. Что это? Плитка. Печка? Острая? Нет. Вкусная, сочная, сладкая редька. Сладкая, как мед. Рынок незаметно переходит в храм. Hot point. A warm welcome. Надписи одна шикарнее другой. We have English menu and we also speak English. Влада, ну пожалуйста, я не могу больше есть. Я не могу больше есть. У меня уже не лезет. Что тут вкусно? Это положили дальше, что? Теперь нужно открыть вторую часть, там где пахучки. Пахучки? Нет. Лавандочки. Берешь пахучку и кладешь так вот на центр. Раз. Так, ноги приклеили. Теперь рот. Так, ноги готовы. Что теперь? Теперь руки. Так, как-то так. Так. Это маска для кутикулы? Да, а ты уверен, что тебя от этого пальцы не отвалят? Я очень надеюсь. Это такое дело, мы с Владой на самом деле никуда не пропали, у нас не было полдня, но, к сожалению, там нельзя снимать. И теперь мы с Владой выглядим вот так. Thank you.
Ваше Величество. Hello. Hello. Влад, как называется храм, куда мы приехали? А, тот, короче, храм, который первый в списке в Гугле. Крошечный храм, он очень красивый. А небо просто восхитительное. Знаете, что самое удивительное, что после 6 часов гуляния по городу и носки носочков в обмотках, мои носочки выглядят вот так, они абсолютно белоснежные, и на них не пылинки. Представляете, насколько здесь чистые улицы? Наши девочки-официанты, специальные подтяжечки, чтобы рукавчики кимоно, не дай бог, не упали в тарелочку. А мне на такое в детстве варежки крепили. Еще один арт-объект пластиковой еды – это хачапури с натянутым сырочком. Видите, какой ломтик смачный там? Надо уметь так делать. Гигантские орхидеи. Видите, как красота. Surrounding by peony flowers and peony flowers is a beautiful flower. Охранников японских ворот не было сканвордов, поэтому они вырезали на дереве. Это середина 19 века. Вот и вот. Нет, друзья, это не странный арт-объект. А, это японцы на зиму укутывают пальмы, чтобы они не замерзли. Одевают их в специальное пальто для